Сколько можно ждать? Ты что, не знаешь, что он все время опаздывает? Марина, надеюсь, вместе с ним? Артем должен был за ней заехать, но лучше бы не заезжал. А почему это? Ну потому что мне надоело ездить все время в багажнике. Кто же виноват, что в машине Артема только 5 мест, а нас 6? Окей, ну почему все время я? Ну а что ты завелся? Не хочешь ездить на машине? Ходи пешком. Привет, ребята! Ты бы еще смокинг надел для пикника. Какой красавчик! Я так понимаю, пикник накрылся мангалом. Спокойно, граждане. Отец попросил меня заняться его бизнесом, пока он за границей. Займет это немного времени. А вы могли бы заняться пока закупкой продуктов. Вот, кстати, моя доля. И ключи от дома. Встретимся уже там. Мы о поездке договорились заранее. Простите, ребята, но контракт нужно подписать именно сегодня. Я заеду потом за Мариной и встретимся на месте. Это я. Я согласен. Ребят, вы тут обсуждайте без меня, у меня тоже есть дела. Встретимся у Артема. Класс. А этот-то куда? За смокингом для пикника. Варианты? Вариантов много. Говядина, свинина, баранина, крольчатина. Из говядины невкусно. Из свинины не полезно. Из баранины сложно, из кролика... Кролика жалко. Может, Артему и Марине позвоним, посоветуемся? А? Виталик так тут вообще все, что угодно съест. Телепатия. Артем сам звонит. Ты вовремя. Какое мясо брать? Как это произошло? Что случилось? Что случилось? ДТП. Пап, привет. Артём, привет. Ты вообще знаешь разницу во времени? Я уж сплю давно. Ты контракт подписал? Не совсем. Я не успеваю. Что значит не успеваешь? Тут такое дело. В машине отказали тормоза. Подожди. Ты сам не пострадал? Нет, все в порядке, только задел чужую машину. Подожди, твоя машина прошла техосмотр. На сервисе. Собираюсь вызвать ГАИ. Значит так, никакого ГАИ. Иначе они выдвинут версию о покушении. И пройдет наш с тобой контракт. Машиной займется мой водитель. А ты бери такси и дуй в офис. Контракт нужно подписать сегодня. Ты понял? Понял. Давай. Неужели покушение? Покушение? Да бред какой-то. Хочу купить вашу машину. А на нее уже есть покупатель. Даю вашу цену и свой автомобиль в придачу. А он в порядке? Я же к вам на нем доехал. Не знаю, не знаю. Ой-ой-ой, какая красивая.
А документы на «Жигуленок» в порядке? Эх, кто не успел, тот опоздал. Порука! Петрович, что за дела? Пришел наконец-то. Где моя машина? Считай, тебе крупно повезло. Деньги те же, а машина круче. Держи. Спасибо. Да уж. Дяденька, у вас шнурок развязался. Вы можете упасть. Спасибо, мальчик. О, это то, что мне нужно. Петрович, это я. У меня какие-то проблемы. Похоже, с радиатором. Сообщи, где находишься, и я пришлю герметик. Никогда бы не подумал, что простой поход за покупками может превратиться в сущий ад. Да, у тебя получилось бы намного быстрее. Купил бы пельмени, вот тебе и готовый шашлык. Да уж, мальчишкам плевать, что закидывать в свой желудок. А девочкам важно правильно питаться. Да. Поэтому давайте поищем еще. Но это же шашлык. Смысл шашлыка в том, чтобы не думать о пользе, а просто получать удовольствие. Да, но удовольствие можно получать и от правильного питания. Да, если не считать с утра творожок со шпинатом. Тебе же понравилось. Ну, конечно. Конечно понравилось. Ребят, мы не решили по поводу шашлыка. А давайте овощной шашлык. Нет. Ладно, я пошутила. О, можно не париться. Виталик купил для пикника свежую рыбу. Молодец. Мы такой вариант даже не рассматривали. Ну, я все-таки думаю, что на всякий случай надо купить мясо. Ладно. Автомобильная авария весьма банальна, но чашкой кофе по голове. Глаза не смотрят, значит, совесть нечиста. Артем Сергеевич, здравствуйте. А мы вас не ждали. Мне нужны документы, которые оставил отец. Я как раз захватил папку с собой. Да. Добрый день, а она где-то здесь? Что они делали у отца в кабинете? Здесь? Вы хотите сказать, что потеряли папку с миллионным контрактом? Нет, ну что? Нет. Ваш отец всегда делает дубликаты документов и хранит их дома. Поэтому никуда ничего не пропало. А кофе хотите? Нет, спасибо. Я домой, а вы ищите папку. Здравствуйте. Привет. Это вам просили передать. Мне? Подожди, а кто? Ух ты. Тоня? Ведь это же... Вспомни все, улица Садовая. Господи, сколько лет прошло, Тонечка. Милая Тоня. Да что ж это такое?
Артем, привет. Здрасте. Тебе просили передать. А, точно мне? Да, подошел мужик какой-то, назвал точно адрес, просил передать лично в руки. Сказал, что это устранит проблемы. Спасибо. Да, Артем, кстати, шнурок развязался. Ну все, сам в руки смерть взял. Споры сибирской язвы не иначе. И оно расходится. А оно прям по фигуре, оно облегающее. Жесть. И оно расходится. Я его сама зашивала. Смотрите, какое корыто. Я думала, такие уже не ездят. Да нормальная тачка. Главное, правильный уход за машиной. А у тебя такой нету. Как не хочется умирать молодым! Добить пришли. Ой! Ты чего? Что случилось? В меня стреляли. Чего? Стреляли? Ты целый, пули нету, вообще никаких следов нету. Ну, да должны быть. Если стреляли через окно, оно должно быть повреждено. Почему окно открыто? Да я с утра проветривал, жарко было. А вот и доказательства. Дырка. Не дырка, а входное отверстие от пули. И где тогда пуля? Если есть дырка, значит должна быть и пуля. Ну что там? Совершенно целая стена. О, а что с часами? Дырка? В часах? Ты кого-то ждешь? Нет. Мы откроем? Нет. А вдруг это бандиты? Какие бандиты? Что за бред? Да как ты не понимаешь? Сегодня я должен был отвести контракт на подпись, а как только пытаюсь это сделать, со мной начинают происходить странные вещи. Что ты выдумываешь? Какие странные вещи? У тебя уже паранойя. Вот и делаем сюрпризы. Чего за мужики пошли? Свет, пойдем разберемся. Все! Спокойно. Ну, что? Да ничего особенного. Почту, наверное, приносили. Да какую почту? Ее в ящик кидают. Это конец. Они не остановятся, пока не закончат свое дело. Что делать? Взять себя в руки. Ты ж мужчина. Ага, легко тебе говорить. Возьми себя в руки, ты ж мужик. Ты даже не представляешь, сколько раз за этот день мне удалось избежать смерти. О, нет, ну это точно дурдом. Окей. Давай подумаем, зачем тебя убивать. Они явно не хотят, чтобы контракт был подписан. Значит, чтобы тебя спасти, нужно либо отказаться от контракта, либо подписать его. Да, но подписать его нужно до 5 вечера, иначе сделка не состоится. Дядя Коля? Да, случилось. Ты не умеешь исполнять желания, а я умею. Плыви, родная. Не трогай! А теперь в чем проблема? Этот конверт притащил какой-то незнакомый мужик через соседа лично в руки.
Там какой-то порошок, может быть все что угодно, любой яд. Жесть какая-то. Угу. Так, давайте решать, что делать дальше. Как дожить до 5 вечера, и если получится, как подписать контракт? Давайте не будем подписывать бумаги, а просто посидим до вечера дома и все. Давайте просто я отвезу контракт. Нет, ты один не поедешь. Я поеду с тобой. Нас же никто не знает, значит, никто не заподозрит. Правильно? А кто это? Сейчас. Здравствуйте. Ну вот, знакомьтесь, дядя Коля, начальник охраны моего отца. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег. Светлана. Алена. Ну вот, теперь мы в полной безопасности. Вот и хорошо. Мы с Аленой займемся контрактом, пиши адрес, куда ехать. Ага. Света? А я разберусь с этим конвертом. Виталик? Стоп, так это твоя развалюха? Это не развалюха, это моя машина. Откуда у тебя вообще? Вот и отлично. Подвезешь нас. Точно. А по дороге расскажешь. Угу. Ну, рассказывай. Бизнес под угрозой. Меня хотят убить. Ты уверен? Вон отверстие от пули. А вот пуля. Извлеки. Да, серьезная за тобой охота. Ты знаешь, а твои убийцы большие оригиналы. Они используют оружие 19 века, начала 19 века. Только эта штучка, как бы ни постаралась, она не протиснется сквозь это отверстие. И вообще, это не пулевое отверстие. Так а что это тогда? Сигаретка есть? Нет. Ну, сигаретка. Да я не курю. Да я тоже. Но только эта дырочка сделана, скорее всего, сигареткой. Так хорошо. Ну, а пуля откуда тогда? Наверное, какой-нибудь гусар в 1812 году развлекался. Или в тебя стрелял призрак гусара. А, ты знаешь, я, наверное, понял. Это часы, в которые стрелял Александр Сергеевич Пушкин, тренируясь перед дуэлью с Дантесом. Точно! Смотри! Видишь, какая замысловатая царапина на пуле? Она точно повторяет автограф Пушкина. А вот там я вижу очень витиеватое входное пулевое отверстие, оно точно повторяет его судьбу. Поэтому это Александр Сергеевич Пушкин стрелял перед дуэлью. Пушкин? Ха-ха-ха. Дядя Коля. Что дядя Коля? Меня целый день сегодня убить пытаются, а вы... Рассказывай. Все началось с утра. Сначала у машины отказали тормоза. И это явно кто-то туда залез, потому что машина прошла полное техобслуживание. Ну, знаешь, в твоей машине, конечно же, точно кто-то побывал, потому что сколько ей десятков лет? В таких машинах тормоза не отказывают, правда? Дальше что? Зато сам купил. Чашка. Что? Чашка с кофе. Сегодня на меня могла бы упасть чашка с кофе, если бы не мой шнурок. Ну да, шнурок. Я видел в кино, как киллер при помощи чашки с кофе из жертвы вынимал сердце. Но у нас таких мастеров нет. Это только в кино. Хорошо, что? Что тогда это, если не покушение? Это, друг мой, паранойя, отягченная целым рядом случайных обстоятельств и твоим детским воображением. Дело сделано, контракт в лучшем виде. И я взяла с собой успокоительное. Я вижу, что больше опасности никому здесь не угрожает. Позвольте. Дядь Коль, спасибо большое. И извините, пожалуйста, это как-то глупо получилось. Ничего, ничего, ничего. Если из шкафа вылезет тень Дантеса, зови, я прикрою. Артём. Телевизор и компьютерные игры не идут на пользу твоему интеллектуальному развитию. Как-то вы быстро доехали. А что, тут всего 5 кварталов? А Олежка где? А он? А он помогает Виталику чинить машину. Какую машину?
Ну, Виталик купил себе новую машину. Виталик купил себе новую машину? Ну, старую машину. Так какую машину он купил? Ну, машину. Старую новую машину. У нашего Виталика появилась машина? Да, молодец. Всем здрасте. Ой. Ну, где конверт? С этим вредным порошком? С каким вредным, наоборот, очень даже полезным для машины. Какой машины? Моей машины. Да, у нее проблемы с системой охлаждения, но продавец сказал, что в радиатор надо засыпать горчичный порошок, чтобы течь перестала. Да, а конверт он оставил соседу. Ну и где конверт? Ну? Секундочку. Что это? Контейнер с бактериологическим оружием. Конверт внутри. Если хочешь, распаковывай. Да? Что с машиной? Ясно, понял. Нет, сам заберу. Ну что там? Лопнули тормозные шланги. Артём, когда ты себе уже новую тачку купишь? Деньги же есть. Когда сам на нее заработаю. Ой, шнурок развязался. А это еще что? А, это горчичный порошок, продавец сказал, в радиатор засыпать. Да ты что, забьют все соты. Да? Смотри, вот здесь. Патрубки меняем, радиатор, электрику, масло, конечно. Ну, работы здесь еще хватит. Это ж сколько в нее денег вложить надо? Ну, а ты как хотел. Это практически музейный экспонат. У меня такая много лет назад была. Я на ней полстраны объездил. Да уж. Капризная ласточка. Ну что ж, придется ее продавать, не потяну я весь этот ремонт по мелочам. Ха! Ну давай, хвастайся! Что хвастаться? Продавать буду. А знаете что, ребятки? Я готов ее купить. Зачем вам эта рухлядь? Эх, Артем, есть такое понятие ностальгия. Ну что, попробуем? Ух ты! Птицы прилетают, все равно лишь юга. Все проблемы уйдут на убыль. Не подорожает, укрепится рубль. Жизнь родит так легко. Стоит приятно больно. Сердце вновь. Пойдем, суки готовите, голодные! Ну и где рыба? Неси. Так на это. Уплыла. Хорошо, что мы мясо купили. Что бы ни говорили, а жизнь прекрасна. Все, что с нами было, будет не напрасно. И что бы ни случилось, мы не серчаем. Кто нас любит трудности, а мы крепчаем. Ради любви уж точно надо. Синяк на шее, на рубашке помада. Не смог жене ничего объяснить. Это проблема, но надо жить. Наши движения главные. Со стороны смешные, забавные. О, наверное, это любовь. Движения главные. Со стороны смешные, забавные. О, со стороны смешные, забавные. О, наверное, это любовь. Движения плавные, со стороны смешные, забавные. О, конечно же, это любовь.